Лошадка ТВ представляет. Изучаем поезда вместе с пазлами. Покажи, где спрятался электровоз. Молодец, ты справился. Это электровоз. Давай соберем пазл с электровозом. Как ты думаешь, где монорельс? Правильно, ты угадал, это монорельс. Давай соберем картинку по кусочкам. Угадай, где прячется грузовой поезд? Отлично, ты справился. Грузовой поезд. Можешь собрать картинку по кусочкам? А ты знаешь, где тепловоз? Умница! Это тепловоз. Теперь можно собрать пазл в единую картинку. Найди поезд на магнитной подушке. Здорово! Это поезд на магнитной подушке. Давай соберем маглев вместе. Можешь угадать, где скоростной поезд? Великолепно! Ты справился! Это скоростной поезд.
соберем картинку. Подумай и покажи, где пояс для шлифования рельс. Замечательно! Это пояс для шлифования рельс. Давай соберем пояс по кусочкам. Посмотри и покажи, где фуникулер. Супер, ты умница! Это фуникулер. Давай посмотрим, как собрать эту картинку. Теперь ты точно угадаешь, где снегоуборочный поезд. Круто, ты молодец, это снегоуборочный поезд. Попробуем собрать снегоуборочный поезд. Как ты думаешь, как выглядит паровоз? Ты прав, так выглядит паровоз. Соберем паровоз по кусочкам. Подпишись на наш канал Лошадка ТВ, и ты не пропустишь новое видео. Нажми на вот такую красную кнопку, и мы встретимся снова. Ставь лайк и смотри следующее видео. Пока-пока!